20 ноября к всеобщей акции памяти присоединится и Приднестровье. Госавтоинспекция Бендер призывает водителей в это воскресенье 20 ноября ровно в 12 часов остановиться, подать звуковой сигнал клаксона, на миг задуматься о том, чьи жизни унесли дороги. Только в этом году в Бендерах и прилегающих селах произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 25 человек получили ранения и увечья, в их числе трое детей. Два человека погибли в автоавариях. В память о погибших в ДТП в небо выпустят шары черного и белого цветов. Дорожный патруль совместно с госавтоинспекторами будут вести юные инспекторы. Участникам дорожного движения они раздадут агитационные буклеты. По улицам столицы и других больших городов республики будет разъезжать эвакуатор с раскореженным автомобилем. Сопровождать его будут спецавтомобили ГАИ, которым приходится выезжать на дорожно-транспортные происшествия. Этот разбитый автомобиль должен стать напоминанием другим автомобилистам о последствиях грубых нарушений правил дорожной безопасности и невнимательности на дороге.